И последнее. Теперь в автошколах Якутска будут проводиться бесплатные уроки по правилам дорожного движения. Управление ГИБДД и автошколы впервые проводят акцию для населения «ПДД для всех». Первые уроки прошли сегодня. На занятиях побывала Саргылана Федорова. Каждый участник дорожного движения, будь он опытный водитель, пешеход, взрослый или ребенок, может посетить бесплатный урок. Преподаватели с удовольствием расскажут о правилах поведения на дорогах. И первый же день занятий вызвал интерес у горожан. Сегодня на урок ПДД пришли около 20 человек. Вот сегодня, например, мы провели занятие в автошколе «Маневр». Бояться не нужно, если есть желание водить автомобиль, если есть потребность в этом, надо учиться, изучать правила дорожного движения, сдавать экзамены. В правилах дорожного движения нет ни отдельной главы, ни отдельного пункта, разъясняющего водителям правильное движение по кругу. Поэтому первое занятие организаторы посвятили правилам проезда перекрестков с круговым движением. Многие водители каждодневно проезжают по круговому движению, не соблюдая правил. Согласно правилам дорожного движения, поворот направо должен выполняться с крайней правой полосы. Но некоторые водители выезжают с внутреннего круга, тем самым создают аварийную ситуацию на дороге. Круговые перекрестки, они являются центром дорожно-транспортных происшествий. Очень многие водители заезжают в круговое движение с левой повороткой. Да? Все должны, мы поворачиваем направо и должны включить правые повороты. Как правильно выполнять обгон, как важно соблюдать скоростной режим, а также где разрешена остановка и стоянка. Каждый из слушателей урока узнал для себя много нового, а кто-то просто освежил свои знания. Об этой акции узнал из соцсетей. И пришел сегодня вот на курсы. Да, это поддерживаю такую акцию, да. Я, как бы сказать, еще не водитель. Что это как с дошкольным образованием. Как бы подготавливают к образованию, да. Вот. Ну, самое такое тоже хорошее. Так. Дорога нарушителям не прощает ошибок. Чтобы избежать происшествий на дорогах, одних усилий ГИБДД недостаточно. Всем участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать правила и стремиться к высокой культуре поведения на дороге. Организаторы надеются, что данная акция поможет снизить количество аварий. Акция продлится до декабря. Саргылана Федорова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.